Всем Санчо, добро пожаловать. Прохождение игры Witcher 3 Blood and Wine DLC. Yes. Теперь наверняка от желающих там. И сегодня мы пойдем делать дальше сайд-квесты. Но сначала давайте починим наши... Не знаешь, а? Вещи. Победитель турнира. Еще о турнире говорят. Где-то у нас в той стороне есть задание. Задание называется «Кулачный бой». Я, по крайней мере, как-то так. А, они тут все рядом. Ё, что-то я переборщил. Ну, ничего, пройдет. Вот. Пойдем подеремся на кулаках. Всех завалим сейчас. Там задание 36 уровня, так что у нас никаких проблем не будет. И опять почему-то, знаете, я заметил, что список именно дополнительных заданий, он все равно пополняется. Вот все время. Вот тупо пополняется, вот вообще. Дальше как-то непонятно. Даже не знаю, когда будем уже сайт-квест. Ой, основной квест делать, потому что эти сайт-квесты там завалили сколько много. Вот. Но их надо все проходить, потому что надо. Они интересные все эти квесты. Плюс они нам помогают развиваться-то, например. Дом качать или что-то еще подобное делать. И там первый бой. Что-то опять себя переставляют, там потом посмотреть. Сюда! Сюда! Я вас не укушу! Эй, сударь, не померяешься ли силой с колоссом? Пизда! Говорят, ведь магическая быстро. Сейчас должно быть все нормально. О, кажется, этот с виду знатный забияка. Эй, белоголовый, будешь драться с колоссом? Сядь, что ли? Хорошо, давай драться. Эх, скучно, мне неохота. Я для тебя слишком быстрый. Раз по тебе попаду, и ты уже ляжешь. Какой в этом интерес? Не хочешь драться? Тогда что ты мне голову морочишь? Отнимаешь мое время. Ладно, ладно. Что ты сразу надулся? Ты же ведьмак. Тогда сделаем так. Отобьешь 3 моих удара, ты выиграл. Только ты сам не бей. Я тебя буду бить, а ты просто закрывайся, ясно? И если у тебя все получится, я тебе еще и ставку удвою. Такой ты щедрый. Нет, я просто знаю, что у тебя не получится. Еще никому не удавалось. Я слишком быстрый. Так что, отобьешь 3 раза? Идет. Я твои удары без всякого труда отобью. Вот это я понимаю. Наконец, какой-то спортивный азарт. Только помни, пока я удар не начал, блока не ставить. Все время в защите стоять, не по правилам. Дамы и господа, начинается интереснейшая схватка. Ведьмак принял вызов колосса. Давай. Закрывайся, дед! Слишком быстро для тебя, да? Невероятно! Ведьмак отбил удары колосса. Никому раньше это не удавалось. Твоя доля. Может, потеряемся. Спасибо. Все-таки. Тебе остались поединки со шваброй и с рыцарем по прозвищу Тихий Омут. Ну, если хочешь потом драться с мастером.
Швабра обычно крутится возле доков к югу от верхнего города. А рыцаря можно найти в самом верхнем городе, у переулка рыцарей наживы. Пиздохлад! Ну, просто нельзя подраться. Ладно. Ну как ассасин. Где ж такое видано? Рыцари вином торгуют. А простых людей какой-то видно. Святой лебеда. В Баклере все спокойно. Ну, это было легко. Я не знаю, зачем он нам такое сделал. Рыбу в канале. Представляете, они будут каждый вот делать какой-то... Простите. Как тебе сказать? Вот каждый будет делать какое-то испытание. Ну, это будет, конечно, интересно, но... Пойдем в порт? Эй! Может, какие новые корабли приплыли? Есть ведьма? Нет проблем. Спасибо, что приехали. Сударь-ведьмак! Ничего не будет! Ну что, сразишься с тихим омутом? Давай уже! Давай! Вызываю тебя на поединок. Ты маску снимешь. Ага. Благородные дамы и достойные господа, сейчас начнется бой. Ага. Ставит ноги. Раз тихонько он пройдется... У тебя сегодня плохой день. Ну, вообще плохой. Почему звучит как баба Яга? Ну, сколько мне еще ждать? Пора заканчивать. Ну, не правда. Вот сука. Дамы и господа, ведьмак победил в схватке неустрашимого тихого омута. Что это был за бой? Рыцарь свободен от своего обета и может показать лицо. Сильный у тебя удар. Точный. Поздравляю. Так, потому что ты... Спасибо. Она. Хочешь еще что-нибудь добавить? Про то, что я женщина? А зачем? 13 век на дворе. Теперь даже трактирщицы никого не удивляют. И не будешь говорить, что драться с бабой не по чести? Ха. Так говорят только те, кто боится проиграть женщине. Остался только Швабра. Поищи его в доках к югу от верху. Это знал. У меня говорит, из-за тебя теперь икона. Знаешь, какой должен быть флаг княжества? Ну, к сожалению, мы уже не принимаем детей. Вот. Ташчах, обломись. Я бы выпил бутылочку, чем лег бы в могилочку. Это уже говорили. Слушайте, жители Баклера. Их светлость соизволили нанять ведьмака за этой самой бестией. Где ж это видано, чтобы рыцарем... Так. Утром солнышко засветит. Ведьма! Прямо вот. Это я. Будешь участвовать? Не исключено. Ты, мужик, главное, крепко не удивляйся. Тут интеллект нужен, не только сила. Швабра, боец необычный.
Хорошо, начнем. У, да ты как лист трясешься, погремушка-потаскушка. Ну давай уже драться, что ли. Главный на ринге шутник — это я. Ты что не вякнешь, все выйдет херня. Если шутки слабые, это видно всяко. В бою теперь сойдемся мы, однако. Все твои фразы — пустая бравада. Будет победа мне лучшей наградой. Мать! Скоро тебе будет доктора надо. Пусть поспешит и с тобой встанет рядом. Доктор придет и, окинув все взглядом, кости твои отвезет к тебе на дом. Лишний раз злить меня не надо. Кончится бой и запросишь пощады. Ну ты... это... того... должен признать. Умеешь ты словом приложить. Ты выиграл. Че? Мы что, не будем драться? А зачем? Я же говорю, ты выиграл. Че? Ведьмак победил. What? Он одолел швабру его же оружием. Че? Ты меня переболтал. Но это только потому, что я сегодня не в форме. Иначе бы я тебя ух как разнес. Да, ясен пень. Ничего себе, вот это был изи-бой просто. Ты снискал право сразиться с мастером. Непременно отыщи. А мастер что, танцевать будет? Поздравляю. Я это как теория. Спасибо. А то я другого придумать не могу. Вы, уважаемые, держите себя в руках. А ну надо было заблокировать три удара. Другого просто по ему побил его и все. А третьего вообще просто сказал. Не, надо было про твою мать там, что-то того, твоя мать и что-то там. Надо было это взять. Это было бы красиво. Но, к сожалению, я почему-то не взял. Первый вариант почти всегда лучший вариант. И да, именно почти. Не всегда. Так. Ну? Если горе. А это ты зря. Сука, какой он быстрый. Как бы мне найти бойца по прозвищу Мастер? Мастер, Маэстро, Непобедимый. По-разному его люди зовут. Это ты тот ведьмак, что повалил троих забияк? Да. Я пришел драться с мастером, только он же пьяный. Мастер использует алкоголь, чтобы побороть робость. Это очень деликатный человек. По-трезвому он никогда бы человека не ударил. Драть с трезвым — это как танцевать без музыки. Уже танцевать, правда, бой. Сейчас я завернул теорию. Да. Я тебя вызываю. Ща-ща, у меня свои правила. Я не блюю там, где ем, и не дерусь теми, кто пить не хочет. Ты тоже то первым есть... подраться? То есть пей, брат, или вали отсюда. Погнали. Ну что ж, ладно. Погнали тогда. Господа, мастер будет драться. Белая ПВП. Белая ПВП, погнали. Не вся. Четыре, пять бутылочек там уже валяются. Ну, да. Можем начинать. Хайлэль. О, да, бой. Отщадьте, как ебук. За удачи, мастер.
но тоже мне вызвался. Ай. Вот счастье, как ебу. Они почти по одному таймингу работают. Вот реально. Но тоже мне вызвался. Они реально по одному таймингу работают все. Ух ты ж, побил меня. Такого столько лет не случалось. Ну и кулачищи внушают. Спасибо. Ну, надо выпить за это дело. Хороший мой. Я тебе так скажу. На самом деле хорошо, что ты меня победил. Будет мне больше времени на любимую забаву. Ведьмак Геральт из Ривии стал новым чемпионом в кулачном бою. Браво! Вот твой приз. О, трофей. Прикольно. Кто не бьет, тот не живет. Прикольно. Так, а теперь давай спадай. Пора успокоиться. Так, что у нас тут интересное еще есть? Чего? Ага. Ладно. Если так, то пошлите. Туда. Так, это все. Этот гвинт. Ну вы ж тот самый ведьмак, верно? Которого княгиня призвала. И никак иначе. А ты, если я правильно понимаю, чего-то от меня хочешь? А, вы словно мысли мои читаете. Ну, тут вот такое дело. Эти пещеры в самый раз подошли бы для склада. Сухие, просторные. Только там поселилась какая-то тварь. Ох, ясновидец! Боги свидетели, ясновидец! Так что, поможете нам? Да, погнали. Я этим займусь. Разумеется, не бесплатно. Заказ так заказ, погнали. Я не против. Что там? Голем? Да ничего себе. Элементаль. А, нет, там эта фигня. Я ненавижу эту фигню. Ага, хорошо. Достаточно хорошо, я справился с ним все-таки. Я рад. Тут ничего такого нет, да, больше? Вот она. Ну. Тут что-то разрушил, но... Ладно. Нет, так нет.
прикол. Это прикольно. Хотел бы меча сломанная. Ну, и как? Готово. В пещере жил Шарлей, и он уже никого не тронет. Превосходно! Я получу склад, а вы мою признательность. Спасибо, пока. Увидимся. Ну, $200 за такую фигню, а? Нормально. О, и ваш даже мобы. Мобы вообще даже нельзя назвать. Даже не моб. А это же просто фигня. Так, что там у нас интересно? Сохранимся, да? Интересно. Сломаться гнездо. Что в доме делать? Так, понятно. То есть надо пробираться сквозь крышу, да? Ну да. Через крышу. Здесь гнездятся гарпии. А, надо, ладно. Ай. Чё, сопли идут в последнее время? И чихаю вообще редко. Часто. Не заболел ли я? Давай, плотва! Так, давай. Жаль. А если я заболел, ну и ладно. На! Где вопрос? А, это я почти добежал. Долго валяешься.
под землей, что ли, это место? О, да. Как в эти пещеры попасть? Вот пещера. Что происходит? Чудовище! Чудовище в пещере! Мы убежали, а Гюго остался внутри. Гюго? Наш брат. Он остался там. Помоги нам, найди его. Мы тебя наградим. Ну, погнали. Ладно, я поищу его. А вы двое ждите тут. Давайте поточим наши эти мечи. Это не очень с ними как-то сейчас. Что за прочность? Да уж, они чуть не сломались. Окей, щит, да? Кикиморы. Много. Ё-моё, сейчас. Ё. Ничего себе, тут куча было, вы видели? Просто куча всего. Вот это моя мать. А сокращение. Так, сундуки и всякое такое можно. Фасабрики. Вот там выход. Вот да. Следы крови. Гюго может быть ранен. Он, наверное, это наверх пошел, а я сюда скажу тогда уж. Ага. Вот что за место было. Да-да-да-да-да! Удар одного и посочек. О, это венчики.
Магия — это место силы. Да, вообще ровно. Очко умения. Что, без них, что ли, сейчас? Ну! Вот, походу. Давай завалили. Тепло и сыро. Кикиморы любят, когда попрохладнее. Наверное, поэтому они держатся подальше. Ну чё ж сказать. Ну, окей. Там это... Холера, горячо. Как бы не обжечься. Нужна какая-то защита. Может, квен попробовать? Давай. Так, давай, похилься. Квен. Что-то вот, вот что я еще видел. Ой. Лучше уходить, если я сейчас меня просто... Так, еще раз. Опа. Я все уже обыскал. Ой, я тут уже все вытащил. Ну, если так, то ладно. Вот, кстати, те следы. Ты Гюго? Меня прислали твои братья. Тьфу ты, сволочи, негодяи, ублюдки. Чё, сперва бросились на меня, а как не справились, то прислали разбойника, чтобы он закончил дело. Ты о чем? Я встретил их у входа, они говорили, что на вас напали чудовища, а ты остался внутри. Просили, чтобы я тебе помог. Вот они, значит, как. Сволочи лживые. Это их очередная уловка. Погоди, давай помедленней. Что произошло? Меня зовут Гюго Монар. Мой отец, Виктор Монар, был знаменитым производителем коньяка. Мы с братьями вечно ругались, кто из нас продолжит семейное дело. Вот отец решил нас сдружить. Надеялся, если мы вместе поработаем, то и помиримся. Разобрал свой дистиллятор на части и три из них спрятал. И каждому сказал, где спрятана одна часть. Ну вот, когда мои братья узнали, что последняя моя деталь где-то здесь, то решили, что я им больше не нужен. И собрались вывести меня из игры. Мы начали ссориться, потом драться. На шум собрались чудовища. Братья сбежали, а я помчался вглубь пещеры. Значит, ты пришел за деталью от дистиллятора. Вот за этой? Да. Откуда она у тебя? Выловил из горячего источника. Твой отец умел прятать вещи. Прошу, вот твоя награда. Здесь немного, но обещаю. Когда я открою таверну, получишь персональную скидку. Ловлю на слове. А теперь пойдем. Твои братья наверняка беспокоятся. Ну, сейчас их завалим. Погоди, видишь? Это мои братья. Привели с собой каких-то головорезов. Поджидают меня.
Этого мы еще не знаем. Ты хочешь сказать, что они случайно оказались тут целой бандой? Да еще и при оружии. Они хотят меня убить и забрать у меня последнюю деталь дистиллятора. Спаси меня. Пожалуйста. Убей их, пока они меня не прикончили. Ты хочешь, чтобы я убил твоих братьев? Ну, их-то может и нет. Но тех головорезов наверняка. А братьев, ну я не знаю, может их просто обезвредить. Так что, будешь меня защищать? Похоже, у меня нет выбора. Сто крат тебя благодарю. Я здесь подожду. Ведьмак! Что ты творишь? Учу вас братской любви. Он сошел с ума! Зрелище. Держите его! Другие. Охотников. Братьев этих не водить, а охотников, да. Спокойной ночи, ублюдок! Горится. Ой-ой-ой. Избавься! Ведьмачу сколдовать собой! Братва, навали! Святой! Лебеда! Щечку, щечку! Тихо. А так сложно сделать, что они, что я их не убил. Ну, не трать мою силу. Чувак. Ты всю мою силушку потратил. По заслугам им, подлецам. Может, у них не было злых намерений? Ну да, не верю. Ими овладела алчность. Эти подонки пошли бы на все, чтобы отобрать у меня последнюю деталь. Ну, потом. Ты же их не убил. Но скоро они очухаются. Но такого урока им на всю жизнь хватит. Что будешь делать? Не знаю. Восстановить дистиллятор отца теперь не выйдет. Так что я, наверное, открою скромную корчму на рынке. Стану продавать вино. А может, просто взять и уехать отсюда? Не знаю, там будет видно. Так или иначе, спасибо, что помог мне с братьями. Я этого не забуду. Окей, давай, пока. Пора расставаться. Удачи тебе. Что бы ты ни задумал. Спасибо, ведьмак. До свидания. Ну вот. Еще помогли. Тут сайт-квестов столько, что... Как будто в основном в этом не было столько сайт-квестов. Не, на аукцион не пойду. Так, что это хотел сделать? Вот это что ли? Нет, как это... Может, тут этот квест и был? Давайте вас сводим, еще нет. Оп, там мед еще съедим. Может, тут все-таки был какой-то класс? Вообще не помню. Похоже, они там как раз поджидали. Эти грабители охотники. Охотники, значит, точнее.
Да, беги. Так, и что у нас тут? Просто надо его исследовать. Ну хорошо, после. Просто исследовать. Что? Прямо как... Иисус! Как кто? Как водомерка. А ты что подумал? Неважно. Что, думал, ничем ты тебя в жизни не удивишь, а? Ошибочка. Здравствуй. Ты знаешь, почему это я вдруг начал ходить по воде? Ну, разумеется. Я живу в этой пустыне с незапамятных времен. И скажу тебе, что это особенное озеро. И в чем его особенность? Кроме того, что по нему можно ходить. На дне озера покоится магический меч, а я его хранитель. Лишь тот доберется до меча, кто стяжал 5 рыцарских добродетелей. А, с моими добродетелями рассчитывать не на что. Я знаю, кто ты. Ты доказал, что способен проявлять сочувствие. Ты человек чести, в чем убедились многие. Не будучи состоятельным, ты умеешь проявлять щедрость. О твоей доблести ходят легенды. Если ты так жаждешь добыть меч, сперва убеди меня, что ты его достоин. На этих скалах высечены именования добродетелей. Доблесть, честь, мудрость, сочувствие и щедрость. Докажи, что он и добродетели тебе не чужды. В Тусенте множество несчастных, и они помогут тебе проявить твое рыцарское достоинство. Ага. А когда ждать, в смысле ждать? Типа ждать просто? Или это имеет, что типа со временем, когда твое время просто игры, нам надо будет сделать что-то? У нас квест отпадает сегодня. Ну, тоже интересно. Что за кузнец? А, гроссмейстер. То есть это последний, типа, самый высокий уровень из доспехов и оружия. Это будет прикольно. Если получим что там? Гроссмастерские эти вещи, это будет опупенно. Я даже пытаюсь представить, что будет, если у нас будет броня вот нашей школы. Такая. Какой урон будем делать?
Господи, цветочек. Горит. Хорошо горит. И все. Ну ладно. Еще одну территорию зачистили. Это я от вас какой-то пакостью заразился. Пертвый собственный труп. Привет. Ведьмак! Из школы волка! В Тусенте! Привет! Я Лазарь Лафар. Геральт из Ривии. Откуда столько радости? Есть работа? А то! И речь не об охоте на чудовищ, но тебе будет интересно. Я кузнец, и давно уже разыскиваю чертежи ведьмачьего доспеха невероятной прочности, уровня великого мастера. Что-то слышал о таких, но никогда не видел. Думаю, они утеряны. А вот и не совсем. Мне повезло узнать, что их владельцы приехали в Тусент. Увы, они погибли, но я знаю где. Теперь мне осталось найти напарника для поисков. Если знаешь, где искать, то почему сам туда не сходишь? Я похож на бывалого авантюриста. Без обид. К тому же, кто будет выполнять заказы моих клиентов, если я уйду на поиски? Нет, я лучше доверю это дело кому-нибудь более опытному. Принеси мне чертежи. А я тебе выкую, что захочешь. Окей. Все эти чертежи каким-то образом оказались в Тусенте. Как это вообще возможно? В Тусенте некогда жил легендарный эльфский кузнец Тиенсаэль. Он давно уже умер, но когда-то ведьмаки со всего света приезжали к нему, чтобы заказать себе доспехи. Слышал. Говорят, он был самым лучшим. Так и работа стоила фантастических денег. Ведьмаки брались за сложнейшие задания, чтобы заплатить за его творение. Некоторым не повезло, и теперь их чертежи гниют вместе с их бренными останками. Я понял. Где останки, там и чертежи. Только как понять, где искать останки? Так случилось, что я был в учениках у Тиенсаэля. И все истории о погибших ведьмаках знаю из первых рук. То, что он мне рассказал, скажем, это отбило мне охоту самому искать чертежи. Давай так договоримся. Я расскажу тебе все, что знаю, а ты найдешь чертежи и позволишь мне их скопировать. Да. Где мне искать чертежи? Мне известно о 5 погибших ведьмаках. Все из разных школ. Волка, Грифона, Кота, Медведя и Мантикоры. С которого начнем? Да, с Волка. Расскажи о ведьмаке из школы Волка. Его звали Адон. Я хорошо его помню. Учитель даже помог ему найти трудный, но хорошо оплачиваемый заказ. Незадолго до того в Тусент прибыли археологи из Кастель-Грапиана. Они расспрашивали учителя об эльфских руинах в Термесе. Он предупредил их, что места там опасные, и посоветовал нанять Адона охранником. Не знаешь, какие опасности он имел в виду? По легенде, в подземельях Термеса обитают призраки. Не знаю, правда ли это, но... Оба ученых и ведьмак сгинули без следа. Расскажи о ведьмаке из школы Грифона. Он приходил лет 200 назад, но учитель хорошо его помнил.
Этот ведьмак не был так эмоционален, как многие его коллеги. Он взял какой-то заказ в форте Усар, и ему было нужно снаряжение получше. Он показал учителю чертежи, внес задаток, и больше его не видели. Говорят, однажды ночью он выехал из форта и не вернулся. А куда он мог поехать? Говорят, он очень торопился, так что, может быть, в спешке что-то оставил. Стоит поискать в Усаре, хотя теперь форт лежит в руинах. Ну, руина-то не проблема. Расскажи ведьмаке из школы кота. Год назад княжеский бронник Делане обратился ко мне с просьбой подтвердить подлинность присланного ему ведьмачьего чертежа. Он работал над новым доспехом для гвардии, а какой-то ведьмак из школы кота хотел продать ему чертежи полного снаряжения, что было бы очень кстати. Это действительно был ведьмачий чертеж? Вне всякого сомнения. Что сейчас с косом? Жаль, Делане не разрешил мне его скопировать. Он был очень взволнован, боялся, что ведьмак просто убьет его и заберет деньги. Не исключено, что боялся он не зря. Вскоре после этого Делане исчез без следа. Я бы поискал зацепки в его доме, но его жилище пришло в запустение, и теперь туда и зайти-то опасно. Ой, я заметил, что от движения губ они очень идут, короче, работают они под именно. То есть движется как. Расскажи ведьмаке из школы медведя. Он появился вскоре после того, как мастер Тиэн Саэль взял меня в ученики. Я помню огромного ведьмака с медальоном в виде медвежьей головы. Он торговался, как базарная баба. У ведьмаков не бывает лишних денег. Да, и этот явно не был богат. Но он обещал, что скоро получит нужную сумму. Он взялся за заказ на винограднике Туфо, где дом развалился. Время прошло, медведь так и не вернулся, а учитель отправил меня в имение Туфо. Оказалось, ведьмак действительно принял заказ. Но больше о нем никто ничего не слышал. И это все, что я знаю. Школа Мантикоры. Я мало что о ней знаю, хотя приходилось носить выкованные для этой школы доспехи. Учитель говорил, что крепость Мантикор была далеко на востоке. Лет 100 назад оттуда приехал один ведьмак, некий Мертен. Он произвел нехорошее впечатление на моего учителя. Вонял, как краснолюдская винокурня, и все время лез в драку. Тиен Саэль захлопнул дверь у него перед носом и сказал вернуться, когда протрезвеет. Он не вел дел с пьяными. А ведьмак так и не вернулся. Люди говорят, что он спьяну сцепился с княжеской гвардией. Его арестовали и тут же казнили. Тюрьма Бастой, где его держали, уже давно разрушена. Но, может, оттуда стоит начать поиски? Ну, ладно, все, я пошел. Бывай. Удачи на пути! Муженька, разбойники. Их светлость соизволили нанять ведьмака для... Ого, школа. ...следования убийств. О, пошлите. Долг каждого жителя нашего города... Я, наверное, сделаю все, все снаряжения до грандмастера. Пускай обратится к командиру гвардии. Потому что, ну что, нет-то. И я хочу эти просто все доспехи повесить на эти стенды, которые в нашем доме находятся. Что они все были там у нас. Ну, и будет прикольно выглядеть, если у нас там будут все ведьмячьи брони. Броньки висеть. Ну, так что давайте пошлите. Вы, господин, еще один такой класс. Вы же мечи не для парада носите. Может, поможете мне? Опять какая-то меня в пещере. Я вот пещеру нашел.
В самый раз подвинный склад. Не слишком сухая, не слишком... Я, короче, понял, там... Опять. У них почти такие же диалоги, короче. Это сейчас смысл такой же. У меня уже жопа вспотела. Гаргули? Они жестоко ли? Не любишь серебро, да? Смысл какой-то? Чисто. Первый пошел. Что за эльфийские штучки, я не могу понять. Давай, поспи. Ой. Смысл ты заново заспавился? Ну что, издевается, что ли? Я только отхилился, потому что больше не надо ничего делать. Это обида. Тихо. Понятно, хилиться так нельзя. Не понял. Короче, не буду с ним драться больше. Fuck this. Вот это можно сейчас вырубить. Ну, по крайней мере, урон делаю. О, я не то принял. Понятно. Ну что, я их обе из этого завалил. F5 нажал, да? Да. Так что все должно быть нормально. Теперь я не должен, по крайней мере, умереть. А там есть что-то. Ничего такого особо нету. Я тут, по крайней мере, наверное, все зачистил. Опять вот так и есть. Ну, если по сундучок есть какой-то. И опять эта пластина. Может, тут есть какое-то, типа, я не знаю. Что-то подобие храма, я не знаю. Как это еще можно назвать? Или типа того. Или очередной такой, знаете, склеп. Эльфийский, например. Приветствую. Все в порядке. Вы управили? Да. Спасибо, пока. Был. Я пошел дальше. Здесь ученые разбили лагерь. Надо посмотреть. Ой. Чуть не упал куда-то. Ну, сюда и надо. Ага. А вот, кстати, я и что-то про это такое имел в виду. Возможно, тут и надо будут эти фигнюшки, которые я подбираю всю свою жизнь. Или нет? Он не сюда. Может, потом это надо будет.
О. Ученые мужи догадались, наверное, что вход закрыт не случайно. Хорошо, что они не пытались попасть внутрь без ведьмака. О! Новые шторы для квартиры. Медальон дрожит. Это место силы. Я в тот пещеру. А, ничего себе. Он где-то реально, где-то тут это все будет. Вся эта тема. Потому что, ну, реально. Ну, куда ставить эти штуки? Зачем эти штуки вообще собирают? Ничего не бывает без... Ну, ничего не бывает просто так. Все для чего-то нужно. Еще один сундук. Так, где там? Без ведьмака хорошо, что они заходили. Модный набор, это хорошо. Это что, я тебя запортал? Магический барьер. Зараза, у меня нехорошее предчувствие. Опять? Можно ключ? Вот я нашел. Ну, я понял. Теперь хоть что-то видно. Ну, смеш и так хорош. Так, деньги. Еще какая-то фигня. А вот и тела. Эти, похоже, бежали к выходу. Закрыто. Что за собаки? А мы их уже сочали. Они даже не горят особо. Даже так не палило. Хорошо. Ну давай, заходи. Нехорошо. Ай. О, не могу их выбрать. Я сейчас тут один был. Давайте, эта пыль специально для создания краски, скорее всего. Может, ну, другое предназначение я даже не могу придумать. Ой! Ничего себе, они тоже что-то огнем. Ничего себе. Так, тихо. Стоп!
Стоп, народ, ну, остановитесь, кого, наверное, только немножко, но сейчас вы меня завалите, представляете, да? Вот весело это будет. Для меня вряд ли, но хоть так сделаю. Вот засада. Но меня не убили. Я не повезло. Так, а пошли сюда. О, король. Прикольно. Похоже, сумка принадлежала ведьмаку. Что ты взял? Адон приехал в Тусент по просьбе Весемира. Интересно. Жаль, что для этого волка так все закончилось. Нас и так немного осталось на свете. Значит, это не все, да? А еще? Мы тут не все нашли. О! Ведьмак. Он обрушил свод на врагов и при этом погиб сам. О! Че, кость сделаем? Че, нет-то? Вот сделал пупенные доспехи, а? Вот это пупена будет. Буду все ходить тут направо, налево потом. Надеюсь. Вот это так не весело потом. Давай сюда сходим, чтобы потом сюда не возвращаться. Ну, как всегда, я делаю все по максимуму. Чтобы... А, народ. Хули ты лезешь? А, просто. Я тут долго не протянешь. Давай. Давай, сука. Ой. Ну, you are too aggressive, guys. You can die in the fire. Смерть, ты за себя мертвечиной несёт. Burn in the fire. Don't die that much, because you need to be alive. Die, motherfucker. You are burning up now. Ну и вонь. You are burning like a bitch. You're burning like a bitch, wow. Так, книжечки. Там много книжечек было. Рецепты. Еще книжки. Много книжек. Все? Все. Тут не делать больше нечего. Так что погнали, свет. Приветствую! Надеюсь, поиски продвигаются? Да. Мне удалось кое-что найти. Прекрасно! Я сделаю копию. Наконец-то я получу звание великого мастера. Спасибо тебе, ведьмак. Покажи мне свои товары. Мастерский.
Чего? Что это такое? Укрепленная шкура. Чего? Укрепленная шкура дракона. Откуда такое тут вам интересно найду? О, могу сделать. А сколько надо? Давайте одну сделаем. Та пластина какая-то еще была. Типа первая. Вот это что ли? Вот это? Откуда интересно такое надо? Ё-моё. Я-то думал, сейчас сделаю, все будет на изи. Фигушки те. Две штуки. Ты это сделал, а вот откуда меня это доставать, я вообще без понятия. Ё-моё. Ага, вот что прикол. Ого, сделал. Во. Теперь можно сделать вот так. Так, а теперь нам надо сделать еще одну такую. Ну вот, а просто все есть, так что все хорошо. Так, грифон. Что опять не хватает? А, я пластины не сделал. Дорогого, так это все обходится у нас, это все фигня. Надо вообще сейчас все скрыть, потому что это все мне мешает сейчас. Так, надо еще. Что я таких сделал где-то? Так, раз. Потом. Раз. Два. И где-то пластины у нас. Еще раз. Раковать, как тут у нас получается это все. А попей просто. И, короче, в итоге нам надо 5 вот этих шкур. Вот этих. Потом 4 пластины. Еще. И 5 слитков, чтобы это все сделать до конца. Так что вот. Давайте сделаем вот это. Штанишки у нас есть. Ну-ка я Blade Boys. Так, потом. Что нам еще сделать можем? Так уж нет, это тоже не то. Нам нужны слитки. У нас нету слитков, то есть мы не можем сделать мечи. Вот что прикол. Вот, сапоги, возможно, что можем сделать. Да, можем, то есть это еще одна это и еще один плейт. Так что вот. Теперь у нас есть штаны, остались перчатки. Вот нам нужен один слиток и одна шкура. Возможно, у нас есть достаточно этих ингредиентов, что сделать, по крайней мере, эти вещи. Компоненты. А если у нас не получится, а у нас... Ага. Проблемки у нас нету, такой фигни зеленой. Ну вот тогда у нас есть еще один вариант это сделать. Бывай. Удачи на пути! Ой. Это сделать...
в алхимии эту фигню. Улучшена ласточка, вот, погнали. Все, да? Вот, нам и так нужно. Такое отказаться тоже нельзя. Вот. А, фильтры. Давайте уберем фильтры. Не хватает деталей. А... Мы создать это не можем вручную, так что. А если попробовать разобрать какие-то вещи, например? Вот, давайте посмотрим. Приветствую! Надеюсь, пой. Ладно, сейчас мы продадим. Покажи мне свои товары. Ну, мы уже все продали. У нас есть драгоценности. Я такой же, но не хочу тебя такую страшную иметь. Че еще она страшная? Так, вот это продадим. Продадим. Чисто серебро пусть. Хотя. Продадим. Так, а насчет ра. Да. Сейчас попробую найти. Нашел. Какая-то фигня. По крайней мере, давайте ее разберем. Вот еще есть. Ну, наверное, вот это ломать. Все, у нас полно этого экстрата кислоты. Теперь можем еще что-то поделать. Вот. А что мы хотели сделать? А мы хотели сделать у нас... Надо. Вот. Же руды не хватает какая-то. Ну все, у нас все просто, все свои деньги. Вот это кек взять какой-то. Как называется? Орхиковая. Орхиковая. Окей. Ну короче. Там не найти, не разобрать, только найти можно, походу. Или купить. Так что вот, народ, спасибо, что смотрели, ставьте лайк, комментируйте, не забудьте подписаться. Удачи на пути! А, продолжим потом все части, потом со временем соберем весь сет, сейчас собирались уже половину сета. Это тоже хорошо, даже не половина, то есть уже две части из этого сета. Еще, что у нас было бирюзовое? Вот так вот. И голубая краска. Все нормально будет. И серая есть, и черная есть, так что ничего себе. Так что вот, народ, все. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, комментируем. Стоп, подождите-ка, ничего. Все создаются отдельно? Интересно. Ладно, всем пока.